Мы находимся на крайней южной точке Черноморского побережья России. Именно здесь находится самый крупный в стране и пятый в мире гостиничный комплекс «Бархатные сезоны». В 2020 году в городе-отеле отдохнуло 200 тысяч гостей. Многие приезжают сюда летом покупаться в теплом море, некоторые приезжают в межсезонье поработать на удаленке, ну а прихватив купальник со сноубордом, люди приезжают сюда зимой. Что удивительного в этом месте и что здесь можно найти? В первую очередь этот гостиничный комплекс находится в уникальном месте, которое можно смело назвать «Крайний юг». Здесь самое теплое море и самая лучшая погода. Во-вторых, сюда удобно приезжать. Всего 15 минут до аэропорта или же до вокзала. По новой автомагистрали любители горнолыжного отдыха оказываются в горах за каких-нибудь полчаса. Здесь есть огромное количество номеров по справедливой цене. Свой центр здоровья, бассейн, футбольные, волейбольные, баскетбольные поля, теннисные корты и конференц-залы. Но это не главное. Главное – это теплые эмоции, которые люди увозят с собой. Их дарит уют, приветливый персонал и уникальная атмосфера самого южного курорта Черноморского побережья России. Добро пожаловать на крайний юг!